круто ты попал в НСП. Ты звезда, ты звезда, давай народ удиви. Мы представляем вам новую линию продуктов декоративной косметики Бремани. Отгуляла бабье лето, отшумела. Этим летом я была лихой и смелой. Этим летом находила и теряла. Отшумела бабье лето, отгуляла. Горела, обласкала бабье лето. Подарила мне волшебные рассветы. Не прощайся, бабье лето, не прощайся. Возвращайся, бабье лето, возвращайся. Осень, осень, подожди, сеет желтые дожди. Журавли на юг не надо, не летите. Не спеши, не студи моей души. В косы не плетай серебряные нити. Осень, осень, не спеши, не студи моей души. В косы не плетай серебряные нити. Желтые дожди, журавли на юг не надо, не летите. Осень, осень, не спеши, не студи моей души. В косы не плетай серебряные нити. Осень, осень, не спеши, не студи моей души. В косы не плетай серебряные нити. Возвращайся, бабье лето, возвращайся. Самый первый образ, с чего мы начинаем, с осенней королевы. Разрешите представить еще двух участников нашего шоу-показа. Дамы и господа, мы представляем вам профессиональных визажистов и стилистов, которые принимают участие в создании образов новой коллекции Бремани. Дорогие друзья, ваши аплодисменты. Александр Кузнецов и Михаил Чеснов. Мы продолжаем рассказ о потрясающей новой коллекции, о той тайне, которую мы так готовились и с таким нетерпением хотели презентовать вам сегодня. О новой линии косметики Бремани, о новых продуктах. Это коллекция, которая называется «Кленовый лист». Это очередная лимитированная коллекция продуктов, совершенно новых, очень красивых, необычных и по дизайну, и по своему стилю. Это 10 продуктов, которые 100% можете быть уверены, сделают каждую женщину особенной.
Вас приветствуют новые краски осени и зимы и совершенно новые продукты, созданные специально для вас. Словно перелистывая календарь, коллекция переносит нас из одного времени года в другое. Из золота листвы прекрасной осени вы перемещаетесь в снежную романтическую зиму. Блистательное сочетание холодных оттенков зимы и теплых оттенков осени добавят вашему образу больше эмоций и очарования. Мы представляем вам тушь люксовой ресницы, которая создает поистине эффект накладных ресниц. Она объемная и очень красивая, поверьте. Тушь представлена в двух цветах – черной и коричневой. Я знаю, очень многие спрашивали о том, будут ли появляться цветные туши, и сейчас мы представляем уже коричневую тушь, шоколадную тушь. Два карандаша для глаз – виноград в сиреневом оттенке и золотой мандарин. Вы обращайте внимание на названия, именно поэтому мы говорим о том, что коллекция переходит из осени в зиму, потому что все названия, они напоминают вам о романтичной осени и о Новом годе, наверное, в том числе. Еще один продукт новой коллекции – это тени-карандаш, представленный в двух оттенках – золота и сиреневого, с названиями «Брызги шампанского» и «Иней». И четыре новых блеска для губ. Совершенно новые упаковки и с такими названиями «Осенние листья», «Слива», «Чайная роза» и «Снежное сияние». Вы все увидите очень скоро эти продукты, и «Снежное сияние», если вы знаете, это наш хит продаж. Блеск, который все уже видели, не просто сумасшедший, переливающийся из маленьких-маленьких таких блестящих частичек, но сейчас мы его поместили в новую упаковку, и он очень красивый. А я хочу немножечко рассказать, какие продукты участвовали в макияже этого блистательного образа «Королева осени». Это консилер кремовый, это карандаш для бровей «Молочный шоколад». Карандаш для глаз «Золотой мандарин», та самая новая коллекция. Тени жемчужно-белый, тени брызги шампанского, коллекция «Кленовый лист». Черная тушь. Черная тушь называется «Luxury Lash» по-английски, «Люксовые ресницы». И она называется «Black Night», «Черная ночь». А в макияже губ трюфель, карандаш для губ трюфель и наша новую, новый блеск «Осенние листья» из нашей новой коллекции. Хит коллекции «Кленовый лист», как я уже сказала, это новая ухаживающая тушь. Эта тушь по ингредиентному составу регенерирующая, она ухаживает. Поверьте, вот мне даже просто на моем личном опыте, я 2 года тестирую этот продукт, от этой туши восстанавливаются ресницы, потому что там содержится воск бразильской пальмы Карнауба. Эта тушь в данный момент отличается немного от нашей регулярной тем, что она создает именно большой-большой объем. Некий такой эффект театральных ресниц, как говорят. И эту тушь в этом году мы представляем в двух цветах. Черный, как уже Ольга сказала, черная ночь. И горячий шоколад. Эта тушь достойна вас, поверьте. А вы выбираете, какая вам сегодня по вкусу. Черная ночь или горячий романтичный шоколад. И эта удивительная тушь и стала музой нашего следующего образа, который создадут наши визажисты. Александр Кузнецов и Михаил Чеснов. И следующий образ – это образ, созданный нашими мастерами. Образ романтичный и согревающий. Горячий шоколад. Nothing I must do. Nowhere I should be. No one in my life to answer to but me. No more candlelight. No more skies, no one to be near, as my heart slowly dies. If I could hold you one more time, like in the days when you were mine, I'd love.
stop the world if only I could hold you one more time. Oh. I've memorized your face. I know your touch. Heart, still lost in your embrace. I dream of where you образ «Горячий шоколад», который навеян основным нашим новым продуктом, хитом новой коллекции, новой тушью «Люксовые ресницы». Образ называется «Горячий шоколад», одноименно с нашей новой коричневой тушью. Романтичная тушь, делающая очень красивый взгляд. «Горячий шоколад». И главное завершение этого образа – это блеск осенней листья, блеск для губ. No more purple skies. No one to... На самом деле, каким бы эффектным ни казался этот образ, его очень просто сделать. Здесь использован наш консилер, конечно же. Карандаш для бровей, горький шоколад. Карандаш для глаз, черный карандаш для глаз, который очень легко растушевывается, он мягкий. Вы знаете, именно им создается такая дымка на глазах. На самом деле ничего более здесь нет. Тени бронзовые из нашей основной коллекции, тени глубокий серый, которые делают очень красивый уголок глаза, карандаш для губ терракотовый и новый блеск для губ слива. Когда вы его увидите, обязательно попробуйте его на губах, на руке, потому что вы увидите, что это что-то необычное. Он делает ваши губы какими-то переливающимися, я не знаю, очень сияющими, очень, простите за такое слово, сексуальными. Наверное, так же, как вся эта коллекция. Косметика очень дорогая, эмоциональная. И мы именно это хотим передать этой красивой музыкой и этими сумасшедшими номерами. Круто ты попал в NSP, ты звезда, ты звезда, давай народ удиви. Помните прекрасную фразу «Мы все родом из детства». И поэтому наш следующий образ – это сочетание всего самого яркого и праздничного, детского, красивого счастья. Цветовая феерия, созданная на основе новых карандашей для глаз и новых теней, которые делают взгляд игривым, праздничным и карнавальным. Это новые наши осенние продукты дополняют коллекцию Бремани, делая ее палитру еще более красочной
Итак, встречайте образ грациозной, темпераментной, озорной принцессы цирка. Thank you.
Этот красивый, яркий, праздничный макияж, наверное, он так уже ближе где-то каким-то праздником новогодним и передает такое настроение яркое, энергичное, озорное действительно. Здесь использована, конечно, наша основная коллекция и наши новые продукты. Когда вы их увидите, вы просто поймете, что на самом деле здесь нет никакого подвоха, здесь все на самом деле честно. Здесь новые тени иней, фрост по-английски. Здесь новый сиреневый карандаш для глаз, виноград. И макияж получается очень искристым, ярким, праздничным. Здесь, конечно, наши основные продукты. И здесь использован наш блеск «Чайная роза». Кстати, обратите внимание на все наши новые блески для губ с их замечательным, красивым названием «Слива», «Чайная роза», «Осенние листья» и, конечно, «Снежное сияние». Круто ты попал в НСП. Ты звезда, давай народ удиви. Прямо сейчас на основе наших новых продуктов наши визажисты создают уникальный и необычный образ снежной королевы Бремани. Любовью встретиться, проблема трудная, планета вертится, круглая, круглая. Летит планета вдаль, сквозь суматоху дней. Нелегко, нелегко полюбить на ней. Хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. В любви еще одна задача сложная. Найдешь, а вдруг она ложная, ложная. Найдешь обманную, но в суматохе дней нелегко, нелегко разобраться в ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу. И шумят города, не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Ее давно ищу, но в суматохе дней нелегко, нелегко повстречаться с ней. Звенит январская вьюга, а ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят. Итак, «Снежная королева». Самую новогоднюю, самую холодную, самую снежную,
снежную королеву. Наши стилисты создали наши тени лазурь, голубые тени бремани. Новые продукты, сиреневый карандаш, виноград, новые тени иней, снежные, холодные. И, конечно, снежное сияние, ваш любимый блеск. Только посмотрите на новую упаковку, он красивый, он заманчивый, он новогодний. Круто ты попал в NSP, ты звезда, ты звезда, давай народ удиви. Мы приглашаем королеву осени. Образ горячий шоколад. Озорную принцессу цирка. Ну и, конечно же, нашу снежную королеву Бремани. Ты попал в NSP, ты звезда, давай народ удиви. Конечно, мы тестируем сами все продукты, даже в нашем офисе, в представительстве, и в Киеве, и в Беларуси. Все наши друзья, наши коллеги из офиса компании, и даже жены нашего американского офиса, нашего руководства американского, все пробуют на себе эти продукты для того, чтобы действительно это вот ощущать, чувствовать. И поэтому мы так долго готовились, чтобы передать вам то настроение, которое мы с ним живем. Нам действительно очень нравится этот продукт. И мы очень надеемся, что вы сделаете его успешным. Мы очень благодарны нашим стилистам. Это наши большие друзья и ребята, которые на самом деле очень заняты на поприще большой моды. И мы очень благодарны вам за то, что вы приняли участие в нашем шоу, которое так отражает суть нашей новой коллекции, что вы придумали эти образы, конечно, именно они их придумали профессионально, как соединить эти продукты. Они помогали нам выбирать эту коллекцию. И мы благодарим за идею создания образов и прекрасный визаж Александра Кузнецова. Огромное спасибо компании NSP за предоставленную возможность работать вместе. Вы выбрали шикарный продукт. Мы также благодарим стилиста-парикмахера Михаила Чеснова. Наверное, вы его помните. Да, мне приятно второй год подряд работать на празднике вашей компании с таким прекрасным брендом Бремани. И хочется пожелать, чтобы каждая женщина использовала этот прекрасный продукт с прекрасной цветовой гаммой. NSP, с днем рождения! Круто ты попал в NSP, ты звезда,